Всем доброе утро! С вами Олег Рожков. Сегодня мы вам расскажем про современное метательное оружие. Речь пойдет о арбалете. Сложно или просто из него стрелять? И в чем принципиальное отличие от лука? Ответы на эти вопросы прямо сейчас в нашей программе. Так что устраивайтесь поудобнее, будет интересно. Александр, я понимаю, отличия очевидные, но все же, в чем принципиальная разница лука от арбалета или арбалета от лука, как угодно? Доброе утро. Меня зовут Александр Машков. Я люблю стрелять из метательного оружия. И сегодня я научу вас стрелять из арбалета. И то, и другое – это метательное оружие. Ну, в зависимости от усилия натяжения, это как и спортивный развлекательный снаряд, чуть помощнее уже, как оружие, может использоваться. Арбалет одно время был запрещен, потому что он мог пробить броню. Да. То есть настолько это опасное оружие? Ну, стрелы там более тяжелые и очень мощные плечи, если поставить, то они стрелу настолько разгоняют, что кинетической энергии хватает пробить и металлическую броню, хотя проводятся современными блогерами, что ли, или энтузиастами лучного дела, проводят испытания стрельбы из блочного лука и с арбалета. И лучная стрела тоже пробивает определенной массы лист металла. 3-миллиметровую лопату пробивает. Но арбалет позволяет зарядить стрелу и держать долго. Лук ты взводишь, и надо произвести выстрел в течение там, 10-15 секунд. Потому что рука, наверное, все время. Рука не удержит. Получается. Хоть на блочном луке там есть сброс усилия натяжения тетивы, и прицелиться гораздо легче. Но здесь полностью замок держит тетиву, есть предохранитель, устройство, которое позволяет предотвратить случайный выстрел. Когда появилась цель, скажем, на охоте, бесшумно можно попробовать снять предохранитель и произвести выстрел. Александр, а вы могли бы меня научить стрелять из арбалета? Если вы говорите, что это гораздо проще, чем из классического лука стрелять, может, тогда у меня получится, я даже смогу попасть в мишень? Да, конечно. Про устройство, может быть, сначала расскажем, а потом уже непосредственно к стрельбе перейдем. Ну, тут основные составные части. Корпус, цевье, рукоятка, спусковой механизм, приклад. Он регулируется по длине вылета, в зависимости от какое телосложение. Направляющие для стрелы. Тут есть плечи, блоки, гасители, успокоители тетивы. Вот на современных арбалетах есть планки вивера или планки, на которые устанавливаются или оптический прицел, или здесь вот коллиматорный прицел. Вот для меня лично удобнее коллиматорный. То есть здесь все, в принципе, можно так отрегулировать под себя, чтобы под себя, тебе да. было все удобно. То есть лук, если даже брать классический, там уже ты ничего не отрегулируешь. Так, ну что, сначала попробуй просто подержать его. Да, подержите. Такой увесистый достаточно. Увесистый, как автомат ППШ, 4,5 килограмма. Вот это 4,5 весит, да? Так. Вот я так, вот замечание маленькое. Локоть упираем в живот, чтобы была подставочка. Так. Ноги можно чуть-чуть пошире поставить. И вот так вот. Вот мы будем прицеливаться. У меня вот этот крестик красный, он должен быть посередине, да, вот этого окошечка. Посередине окошка, концентрично в центре механизма. Вроде бы, да. Но так тяжеловато вот. Держать. Ну, тренировки нужны физические. Если хотите, давайте сейчас его зарядим. Конечно, и хочу. Подведем выстрел. Я же за этим сюда и приехал, собственно говоря. Отлично. Говорят.
Так, вот мы вставили стрелу, но сейчас лук находится на предохранителе. Угу. То есть он не выстрелит. Так. Угу. Руку. Руку упираем. Угу. Выцеливаем. Да. Я снимаю предохранитель. И в центр просто мишени целимся и на спусковой. Очень плавно опускаем спусковой крючок. Мягко, плавно, без, не боясь, что будет какая-то отдача, что-то еще. Все, ну почти. Ого, я даже попал. Когда я стрелял из лука, я ни разу не попал, по-моему. Ну, интуитивный лук очень сложный в освоении. Там люди не то что годами, десятилетия учатся стрелять. Здесь что, действительно чтобы, попроще. Чтобы стабильно попадать. Ну, не менее 5 лет надо учиться. На, а как оказалось, из арбалета не так сложно стрелять, как я предполагал. Совсем не сложно. И даже несмотря на то, что он мне в руках казался тяжелым, и рука даже немного тряслась, все равно, посмотрите, вот. Ну, не в саму мишень, а в какой-то ее краешек. Нет, мне мишень, удалось попасть. Ну, зацепили кружок. Да, в какой-то краешек я попал. Слушайте, а можно еще раз попробовать? Прям сразу, когда попадаешь, появляется кураж некий такой. Поэтому сейчас попробуем еще раз, может, даже прям в цель попаду. Что я вам могу сказать? Арбалет – интересное метательное оружие. Стрелять из него гораздо проще, чем из классического лука. В руке он, конечно, тяжеловатым ощущается, но привыкнуть можно, и тем более у меня сегодня получилось 2 раза попасть. А когда попадаешь, такой приятный азарт, и получается хорошее времяпрепровождение. Ну а с вами был Олег Рожков. Всего доброго!